И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И... короче. Этот козёл по имени Роквелл такой жадный до элемента, что он его просто не дал. Я посмотрел на видео, и он не дал элемента. Это во-первых. Во-вторых, Во-первых, прям конкретно тупил. Со словами, вернусь сюда, они будут там, дрейк будет там. О, это тупость. Я, прикиньте, я пришел, я взял артефакты, кстати, артефакты у меня сталкера не попадались, вот этот сталкера, они не попадались, вот это я прям на месте поставил, да, телепорты, все дела, все залутал, сталкера, ну, примерно за полтора часа я залутал ноль, поэтому я их просто-напросто себе выдал. Почему три, а там у меня, так, не-не-не, больше мне не надо. Почему три, а здесь у меня два? Да, я сходил еще на гамма Роквелла. Точнее, туда пришел, лампадок там, короче, остался. Тег-костюм говно, он ломается все равно. Вот. И сегодня, я когда на работе был, точнее, то ли ехал, то ли был на работе, я такой думаю, твою мать! У меня же есть прекрасный Find Dino Tribe. И здесь мы видим скальный Дрейк. И знаете, он где, по ходу дела? Он, по ходу дела, у выхода с локации. Точнее, выхода с карты. Погнали, я сейчас покажу. О, тут, кстати, точно. А-а-а. Короче, я там много чего еще потерял, короче. Да-да-да. Ну, фигня все. Короче, погнали. Погнали, я сейчас вам... Эй, ну давай, спрыгивай. То есть, Дина не исчезает. Лампадок, да, лампадок у меня тогда еще... Сейчас, по идее. А, ну да, он у меня в это не отображается. Лампадок, по идее, он и это. То есть, вот, Каркинос, Василиск, Додохи, Яснокрыл, Скальный Дрейк, Светорог, Лучехвост, Пустошитель и Пустошительница. Да, то есть, это да. Потому что он у меня, то есть... Я там, ну, сдох, понятно, на локации. То есть я пошел чисто на легке, потому что, ну, типа, камон. На легке я пошел, потому что, это, ну, мне незачем было идти. Я думал, я все еще продолжал тупить, и я думаю, ну, типа, они будут там. Дрейк. Я не знаю, почему он в инвизе. Братан, я не знаю, почему ты в инвизе, но ну, давай вылази. Вот оно, вот все, вот это вот, вот гамма трофей. И как видите, да, нету у него здесь ничего, да? Под прекрасную, блин, кайфую от этой музыки, от этой песни, музыки, в общем, короче, классно. Вот он, это Дрейк. Этот великий, мать его, воин. Он здесь. Он просто. Он все время он был здесь. Он стоял на пассивке. И на него никто бы даже близко бы не напал. По одной причине. Он все это время стоял в инвизе. Почему он стоял в инвизе? Потому что когда я с него спрыгнул, он был в инвизе. Тогда я. Он был в инвизе. Честно, я даже не знал про то, что он в инвизе или нет. Ну вот. Классно. Что еще могу сказать? О, труба, наконец-то попить могу. Короче, Скальный Дрейк жив, цел. Орел красавчик. И все просто замечательно. Дрейк жив. Лампа тоже, ну, конечно, да. Ну, там уже чисто моя тупость. Чисто моя тупость. Я даже и не вспомнил. Реально, я вот про вот это вот дело, я не вспомнил, что у меня есть. Это реально первый раз, когда мне эта фигня помогла найти... Диноса, то есть Find Tram Dino, то есть не было такой проблемы никогда. Тут, вот видите, минога у меня, он две тусуются. Здесь еще должны быть а почему их? А, вот, трилобит у меня тут вон. И циклон. Я счастлив. Я счастлив, что у меня Скальный Дрейк мой жив, цел, красавчик, орел просто. Замечательно. Не замечательно то, что я тут, походу, застрял. Не застрял. Вот такие вот дела. Погнали до дома.
И пойдем сегодня за... Блин, да в смысле, я же тебя присвистел. А, ты что-то кругаля где-то сделал, что ли? Ладно, пофигу, сейчас мы это... Сейчас мы просто призовем и все. А, пойдем сегодня за этими... За остальными на альфа-ча и на бета-ча. Ну, сначала пойдем на бета, то есть лутать ресурсы для бета. Ну и по пути попробуем все еще кого-то подлутать. Если какие-то ресурсы, ну, типа альфа, василиски и так далее, мне не встретятся, я эти просто ресурсы выдам себе и все. Камон, это локалка. Мне нет времени тратить на все это дело. Поэтому, но на бетку я, понятное дело, то есть выдам себе ресурс только для альфа-ча. Все. Для бетки, понятное дело, это буду добросовестно добывать, как бы то ни было. Просто я помню, сколько я дней искал сердце на гигант, ну, от гигантозавров. Я больше не хочу так делать. Да, у меня здесь это... стенка чутка исчезла. Вот. Кстати, да, я уже, видите, новый костюм себе сделал. Бронька я сделал вот такую. Кстати, что-то здесь не хватает, а, ну, перчатки это. Потому что бронька у меня не создавалась, у меня, то есть, не прицеп-то, а так. Короче, все, живы, целы, молодцы. Я не лошара, не настолько, конечно. Лампадогов срал, так костюм срал, но что поделаешь. Создал, кстати, я создал, попробовал, что это из себя представляет. Вот эту. Базовый тег пистолет. Слушай, штука прикольная. Ну, штука прикольная, то есть, как отхил, жрет тег просто, точнее, элемент жрет просто как тварина. Но хиляет по 38, это, конечно, говно, но хиляет. И сильно быстро. Урон тоже по 38, что говно, станет. Станет просто, именно стопит, станет. Ну, элемент жрет просто как тварь. Поэтому я больше ее создавать не буду. Вот, просто хотел попробовать, почему бы и нет. Ну а так вот, в целом, я думаю, от пистолета у меня будет больше толку, нежели от винтовки. Да давай вот так все возьму. Вот, и сейчас пойдем за остальными ресурсами. Сейчас только переложу все, что нужно, в отдельный ящик, и посмотрим, что мне вообще нужно. Но скальный дрейк нашелся, это клево. Хорошо, что я об этом вспомнил. Ух. Так, следом вот все, что у меня есть. Шкура Василиска. Так, у меня получается, что нужно? На перьев у меня перебор. Феромонные железы жнеца у меня вообще нету. Альфа Рипер Кинг. Что-то Барк. Черт его знает, что. Ну, Альфа Рипер, короче, нужно. Альфа Василиск нужен по одному дропу с них. Чешуя Василиска у меня 8. Это чисто на альфа-ча. То есть мне нужно еще 4 Василиска минимум. И яд безымянного общая 32 нужно. Ну, то есть как бы яд безымянного это сейчас добудется. Остается альфа-лут и жнеца. Феромоны. Ну, в общем, фигня копейки. Это мы скинем сюда, чтобы не портилось. Остается к жнецам тусоваться. Это еще то веселье. Так, стой. Стенку надо сделать. Короче, к жнецам отправляемся. Кстати, да, я эти сюда поставил, а флаги буду сюда ставить. Но у меня такое ощущение, что они будут все вот красного, как у Виверны. Ой, как у Мантикора. Ну, короче, такое себе. Клево. В общем, выдвинулся уже туда, уже дошел до места, такой, блин, а ведь жнеца-то убивать только с лучиками. И вернулся обратно. Так, стоять, куда это? Поплыли. Отлично. Назад. Давай. Ну вот, собственно, где-то здесь и должен быть Рипер, по идее. По крайней мере, здесь я встречал, а значит, должны быть где-то здесь.
И по идее вот это и есть Рипер. Да, жрецов. Включаем свет. Добрый вечер. Не, в целом, конечно, можно попробовать. Слушай, а может мне лут попробовать сегодня? Ой, ты нифига себе, а ты что там, отхилялась что ли? Ой, да иди ты в жопу, короче, нафиг задолбал. О, да нифига себе, столько феромончиков. Не. Я же прям по ходу дела понял, что я даже не знаю, как, что, где делать-то с этими жнецами, поэтому нужно будет сначала все-таки... Давай, забирайся наверх. Надо будет сначала узнать, все-таки посмотреть видос, что-то когда где, а потом уже я буду это... Фух, да ты так свистишь, блин, я думал, тебя бьют, а ты просто так свистишь, типа, бьет кого-то, по ходу дела, тоже там сражается, все дела. Ну, кстати, да, почему бы нет? Эй, слушай, что ты там вот это вот застрял-то, я думал, ты не застрелишь. Так, что хочу? Поставить я поведение. И ты у меня будешь не на пассиве, а атаковать вашу цель. Да! Тоже будет мочить, короче, всех и вся. Потому что я с накрыл, он всех быстро победил. Так, мне 5 желез, да, у меня получается выпало, а нужно 9. Отлично, значит еще одну нужно будет найти, они не портятся, отлично. А, подожди, ферманы железы мне еще нужны будут, чтобы выращивать жнеца же. Там же, по идее, только им можно будет... Ну, я так статью читал. Только ими можно будет там до 10% догнать. Ну, типа с моим рейтом это фигня, но все равно тоже нужно будет. Ну, окей, давай еще искать. И тогда еще можно будет попробовать посоваться... Ой, да иди ты в баню! Свет! Отлично, ладно, фиг с ним, пускай горит. Дрейк, не подходи, ты и так побитый, я не хочу тебя убивать. О, а что там у нас? Вот ты серьезно, да? Отлично. Ой, безумные создания. Так, у меня вопрос, а где еще? Королевки риперов. Может, надо выключить? Он у меня отравленный. А чё у него яд не проходит? Опачи! Надо было свет выключить просто. Ой, 92-й! Слушай, подожди, я тебя не хочу убивать, нифига себе. Ну так, 12-й у меня тут сколько тусовалось дней подряд в ряд. Подожди, а там чё? Чё там ещё красненькое такое? А, там ещё что ли? Ну, в общем, надо запомнить, где она тусуется. Окей. Нифига себе, 92-й. Суть в том, что... Опять-таки же почитал Вики и... Да что ж ты яд-то не проходит? Собака-то долбанная. Оглушение? What the fuck? Может так? Не? Не кидает? Ну, бог с ним. А может это тебя оглушает? Ой, ты уйди-то отсюда. Нет, видать, что-то вот то, что он стрельнул, точнее, она стрельнула, вот это вот меня и оглушает. В общем, короче, почитал. Суть в том, что какой левел была королева, плюс 75 левелов можно сделать. То есть, типа, настолько мощную можно сделать. Ой, какой классный трек. Интересно же, откуда. Прикольно. Так, ну давай еще здесь пробежимся разочек. Блин, металл бы залутать. Металл штука хорошая, нужная. Я его на свои сеты попросирал, конечно, много. Всех мочить, убивать. Ну, Светликан, блин,
Да. Слушай, может так? Так, у меня же выключенный. Да. Отлично. Так, подожди, там уже вход в пещеру уже. Не надо, мне не надо, не надо, не надо. Слушай, ну не спавнится. Давай поищем. О, нашел. Так, и где ты у нас? В смысле? А, туда дальше, что ли? А что там есть, что-то в глубину? Я ту королеву жнецов 92-го левела увел. Она просто упала в воду, короче, за мной побежала, упала в воду. Ну, в общем, короче, я увел ее немножечко в другое место. Блин, так я что-то не понял. Или она где-то в скале? Ну? А, подожди, у меня же там есть координаты. 85 на 41, грубо говоря, да? Ну, слушай, это прям дофига как... Дофига как далеко. Давай, врубай уже свои эти когти. Вот, отлично, погнали. Погнали наверх. О, нашел другую зато. Да, не знаю, я уже и в пещеру зашел. То ли где-то наверху, то ли где-то внизу. Вообще непонятно. Нашел другую, слава богу. Так, нашли все взад. Ёбки мать вашу. 8-й левел, то, что нужно. Спинка. Ах, ты ж спинка, посмотришься тут. Не понравилось, что я рядом прошел. Ну и мне точно плевать на тебя. Так. Спина, иди в какушку. Так. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Прям чуть-чуть осталось. Так, это выключит свет? Ага, это включит свет. Да что ж такое-то, а? Хиляется, что ли? Убивает и хиляется. По ходу дела. Ну, нормально. ХП, урон у Дрейка хороший, ХП у Дрейка еще лучше, так что огонь! Огонь, бой, машина просто супер. Ух, красота. Карьерист. Слышь! Сумка где? Эй, братан, сумку дай. Ах, ты такой нехороший какой, да? Я сейчас прыгну, это, короче, кинется на меня. Знаю я вас. Сюда подальше. Ну, помогай, короче. Спасибо. Так. Ну, уйди, желтая какаха. Санина на экране называется. Так. Где сумка? Или что, не с каждой, что ли, железы дропаются? Ну, ё-моё. А я надеялся. А я рассчитывал. А сумки нету. Ой, не-не-не, металл не пойду добывать. Ну его нафиг. Там страшно. Ну, блин, реально? Ой, вообще. Ну, 28 левел. Отлично. Где? Опять где-то в баганое, что ли. Ладно, поищем. Но сначала металл соберу. Нужен. Навес! Прям, можно сказать, под рукой заспавнилась еще одна. Давай, улази! Улази, кому говорят. Да, только желательно убить ее не в этих, а... чтобы она вылезла прям, желательно прям на прямой поверхности, чтобы можно было это, сумку увидеть. А она дропнется, сумка. Дрейк, давай, держись, братан. Так, давай тебе урон вкачаем. Так, давай, давай, вот без этого уже, свои вот это вот. Во. Слушай, ну я опять сумки не вижу.
Морзови и тут же тусуются. Слушай, ну я реально сумки-то не вижу. Эй, тур! Иди в зад! Тварь. Пойду на базу сгоняю, короче, разгружусь. Может, она с привесом не дропается. Ну, металл нужен, блин. Вот лутал. Ничего понять не могу. Зато вот с первой дропнулась сразу. Вот, кстати, опять стрелка показывает куда-то туда. То есть это уже другой жнец. А другая королева. Стрелка опять показывает куда-то туда. Вниз. Что за нафиг? Что там вообще? Здесь как бы вообще-то ничего нету. Куда показывает? Непонятно. Ну, может, что так покажет. Да, походу дело забагалось, потому что я вот залазю сюда, нажимаю вот так, точнее, даже лучше вот так вот. Оп, видите, стрелка прям, ну, практически подо мной. А подо мной скала, мать ее. То есть, как бы, забагалось. Забагалось создание. Единственное, что может вот так вот вылезет. Типа загрится и вылезет из текстуры. Да уж. Ладно, других поищем. Аж двое сразу же. Вы что, дурные что ли? Уйдите. Уйдите нафиг. А, еще и дрейки, мать вашу. Не, ну это уже совсем перебор. Ну такой красненький был. Так, где там эти твари? На меня напали. Вот это что-то мясо-перемясо пошел. Ой-ой-ой. Слушай, они прям очень сильно жесткие. Это, конечно, очень сильно жесткие, прям до ужаса. В том плане, что, прикиньте, на 1x-ах, как их, то есть на... О, отлично, вот они дропнулись. Прикиньте, на x-ах их убивать, это ж... Ух! Ну, то есть на простых серверах убивать. Это ж кошмар. Ну, кстати, 9. По сути, мне больше не надо. Это для вызова босса. Но я все-таки решил, что я хочу жнеца себе забабахать. Так что... Че, я спрятался? У меня здесь сейчас будет это. Поэтому еще подлутаем чутка железок. Где-то здесь, где-то там. Давай, газуй. Ты мешаешься. Ну, собственно, как и ты. Отлично. Во. Вылазит. Вырубаем свет. И погнали мочить ее. Ну нету, нету. Здесь реально шанс дропа. Офигеть. Это, то есть мне очень даже сильно повезло, что мне с первой тогда дропнулось, по ходу дела. Прикольно. Прикольно. Еще василисков нужно будет найти. Но их найти легко. Там они как бы тусуются на поверхности. Там полегче будет искать. Наверное. Секиры долбанные, забыл я про вас. Ух, как вас много! Да-да-да-да-да-да-да. И вот там тоже она. О, Вася! Там Василиск. Прикиньте. Был бы прикол, если бы это еще Альфа Василиск был бы, конечно. Я так, я вообще бы не поверил бы своим бы этим глазам, можно так сказать. Так, с энергией нормаз. Да стой ты, блин! Во, отлично. Лицом к лицу. Блин, накидывает, конечно,
Ядрёно. А чё эти бегут-то, суицидники странные? Они ж хиляют. Я мучаюсь, бью. А эти суицидники бегут. Понимаешь, шли. Так. Да ну нафиг! Вы это видели? Это Альфа Василиск! Да ну нафиг! What the fuck? Я тут вас сколько искал! Она на дне Днищенском! Уйди! Не мешай! Это филялась! Твою мать! Ну короче, да что ж ты так. Я лошары! Я думаю. Я смотрю на здоровье, на полосу, я не смотрю на ХП. Но. Я выключил этого. То есть при. Короче, у меня стоит на В. Эмоции света. О, классно, феромонки. И когда нажимаешь Shift V, чтобы показать эту стрелочку, он выключает свет! Выключил свет! Я не смотрел на урон. Вот я лошар, вот вы, наверное, ржете, но смотри! Вася! Вася! Вася, вылази! Вася, вылази, говорю! Вылази, красава! Красава, Вася! В натуре! Да ну нафиг! Дай мне свой. Клык. Да ну нафиг. Где? Вот это полегчало. Прикиньте. Остался только. Класс. Да, супер. Вот это я понимаю. Да, блин, надо было, конечно, этих... Ой, иди ты в баню. Этих, наверное, лучше бы взять, типа, на альфачах прокачаться. Ну, камон, я даже не знал, что... Не думал, что здесь кто-то будет. Фух, классно. Давай еще одного жнеца забабахаем. И будет... 116-й! Да ну нафиг. Да ну нафиг. Это прикинь, там какой жрец у меня вырастет. Во-во-во-во-во. Вот видите, я нажимаю, и у меня он свет включается. Да ну нафиг. Так, ну-ка разошлись. А-а-а, не лагай, мать твою. Вау! У меня ошибка вылезла. У меня реально вылезла ошибка, прикиньте. Ой, даже игра против меня. Короче. Фух, кое-как выжил. Дрейк вообще на скале оказался, хотя я туда явно не забирался. А где я вообще? Дрейк оказался на скале. Этот летун, понятное дело, в воздухе. Всех засвистываю. Блин! Блин! Я знаю, где я оказался. Я здесь телепортировался на базу. Твою ж! Бога душу, мать твою! Короче, если кто не понял, меня откинуло примерно минут на дофига. Так что у меня феромоны все исчезли, которые я набил после того, как на базу сгонял. И исчезли... Клык Василиска. Бляха, муха. Самое что отвратительное. Я могу по видео глянуть, где они находятся по координатам. Погнали туда.
Так, координаты были 77 на 35. Когда я скидывал лутинки себе в карман. Это туда. Ну а лучинки я скидывал себе в карман, когда уже... Вася! Братан, ты здесь! Твою мать! Так, вымолить Василиска? Изи! Он сам вымолится, когда на кого-то будет пытаться нападать. Отлично! Отлично! Так, сегодня свет. А чё он так? А чё он? Что? 116-й? Ты-то какого фига сюда вылезла? Алло! Алло, алло, алло! Алло! Идите в задницу! Я не хотел 116-й убивать. Валим отсюда нафиг. Так, ты-то не лезь ко мне. А, всех убивай нафиг, пошли в Европу. Так. Тихо, спокойно. Без паники! Говорю же, без паники! Ух! Так, выключись. Так. Мне надо их как-то разделить. Мне надо как-то разделить и завалить, соответственно, Берчёва. Так, свет. Ой. Так, вон он дрящевый, вот там значит жесткий. Это скопировался у меня код, короче, который ошибка, которая вылезла. Сейчас секунду. Сохранил название. Надеюсь, я не забуду и вставлю в видос. Просто я когда вот так делаю, я сохраняю, допустим. Вот так. И то есть Ctrl-V, и я вставляю, и все нормально. То есть. Так. Ага. Жесткий там, а дрящевый там. Отлично. Поехали. Да! Он отогрелся. Отлично. Фух. Валим дрящевого. И все будет хорошо. Почему такой маленький урон? Я понять не могу. Вот единственное. У меня что, откатился Дрейк настолько сильно? Да нет, урон-то уже давно вкачивал. Так, ну я их сейчас еще раз завалю. Это без вариантов. Стоять, мать! Ты что? Куда? Отлично, спасибо. Вернулись на родину. Так. Мне нужно кого-то согреть. Вообще, Васьки вылазят тогда, когда это, ну, что-то где-то как-то и зачем-то. К примеру, иди сюда. Не знаю, на Артоплевру проканает или нет, но вот в прошлый раз он почему вылез из этого, он сагрился на Мурлову. Отлично. То есть, по идее, он может просто сагриться на Пурлову и, соответственно, вылезти из этого. Сейчас проверим мою теорию. Не, слушай, не сагрился. А, во! А, на труп он сагрился. Да, классно. Ну, что могу сказать? Все здорово. Вот это был сейчас обсёр. Вот это я сейчас обосрался чутка. Я думал, это клыка не было. В инвентарь не дропнулся. Фух, супер. Сейчас, короче, еще феромонку залутаю, чтобы жнеца в следующий раз уже можно было спокойно приветствовать. И будем заканчивать.
Ну, собственно, вот такой вот поход произошел. 14 феромонные железы залутал, один клык Василиска, это просто кайф. И буря, куча эмоций, сразу извиняюсь за перегрузы в звуке. Ну, а что поделаешь, я такой эмоциональный. Надо бы поискать, где звук регулировать, может быть, перегрузы уберу, но это не точно. Такие вот дела. Ну а сегодня я и моя бравая команда с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, на конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.